Видеоуроки с Android при поддержке торговой марки Prestige. Как добавить ярлыки быстрого вызова на экран? Для того, чтобы добавить ярлыки быстрого вызова какого-либо контакта на рабочий стол, зайдите во все программы и переключитесь на вкладку «Виджеты». Найдите виджет «Быстрый звонок». Нажмите на него и, удерживая, поместите виджет на рабочий стол. Откроется меню с контактами. Выберите нужный контакт. Ярлык быстрого звонка установлен. Когда вам нужно будет позвонить, просто прикоснитесь к иконке, и смартфон начнет вызов немедленно.